Ульяновской области будет запущен проект «Наш уютный подъезд». С подобной инициативой к губернатору Сергею Морозову обратились представители партии «Единая Россия» и Общественной палаты еще в конце прошлого года. Глава области предложение поддержал. И с 15 февраля действие пилотного проекта будет запущено на территории региона. Домов мы ремонтируем все больше и больше, а как подъезды не очень заходят. А подъезды должны быть красивыми. Я не думаю, что наше с вами общественное пространство заканчивается входной дверью в квартиру. В перечень работ войдет замена окон и входных групп, ремонт лестничных маршей, установка новых клапанов мусоропроводов и светодиодного освещения, покраска и побелка стен и потолков. Данный список неполный, открыт для внесения дополнительных работ. При этом осуществляться благоустройство будет на принципах софинансирования из регионального бюджета. Собственники готовы профинансировать со своей стороны текущий ремонт в объеме не менее 20%. Те собственники, которые примут решение профинансировать в большем объеме, а у нас уже сейчас есть обращения от собственников, которые готовы на уровне 50-50 софинансировать, вот такие собственники, такие подъезды у нас будут иметь приоритет. Приоритетными будут также подъезды домов, где недавно проводился капремонт и благоустраивались дворы. Как отметил Дмитрий Вавилин, это свидетельствует о комплексном подходе к решению проблемы создания комфортной среды. Тогда как протекающие крыши и швы, наоборот, будут не на руку жильцам. До конца марта проведут конкурс, а с апреля по август в подъездах будет кипеть ремонт. В случае успеха пилотного проекта его планируется сделать постоянно действующим и продлить на следующий год. Егор Титов, Константин Никитин, Новости дня, Ульяновская правда.